Ну что ж, друзья, мы продолжаем просмотр финала аматорской серии StarLadder TV в студии StarLadder TAF. И мы продолжаем как бы наблюдать за боями. Боями между АМ-командами, но многие из них уже, две из них, точнее, уже стали как минимум звездами на следующий сезон. У нас матч с участием BNI и их соперников из такой команды, как Dodge. Ну, друзья, одну секунду, вот я титр добавлю. И мы сразу же с вами продолжаем смотреть. Россия-Украина, очередное дерби. Вот так вот будет получше. Слева у нас Dodge, справа у нас ребята из Бани. Ну и, в принципе, давайте проверим, что там у нас. Да, на своем пике играют с Астрономом ребята из Dodge. Ну, BNI мы уже видели только что, они проиграли. Первый минус сделали, минус Боч. Ох ты, как сегодня охотятся за этим игроком. Никас уже красный, антиклон пытается ультовать, но уже поздно. Это 1-0 на первой карте за ребятами из BNI. Ну, вот видите, не получается. Не получается у Доджей сегодня, вот уже на стадии полуфиналов, матч за третье место, как-то вот играть с двумя хиллерами. Был уже и БП место Астронома в предыдущей игре, но ничего не получилось. Смотрим дальше, друзья. У нас тут хорошая драка в центре. Энергия за Никасом сейчас будет. Да, Игрик пытается сейчас драться с антиклоном. Антиклон на пулемета переключается. Инферно, что у тебя, дружище, здесь? Как ты будешь сейчас поджигать? Посмотрим. Ну и Боч. Вот в нем весь вопрос. Либо в нем, либо в Никасе, потому что слишком мягкий. Вот я уже говорил сегодня, это чересчур мягкий пик у команды Dodge. И их все-таки очень приятно бить. Ульта от алхимика прошла, либо Никас поработал. Но, опять же, удачно в этом раунде против пулемета сыграли игроки Dodge. И тут уже 3-2 могут... Да, должны просто затащить. Обязаны просто они это сделать. Ну, есть минус дерева, минус инферно. Сейчас будет Боч. Врывается. Хорошо вошел. 1-1. Ну что ж, вот и ответ от Dodge. И не забывайте, друзья, это матч за третье место. Победитель занимает третье место, проигравший четвертое. Ну и, в общем, обе команды имеют шанс еще попасть в StarLadder. Они сыграют 23 числа стыковые игры. Походу, вот именно тогда. Стыковые игры межсезонье против 13 и 14 места этого сезона StarLadder Star серии. Вот так вот. Антиклон пока что ворвался в инферный кулемет. А здесь им неплохо поднатрескал. Игрик пока что в стане у нас отдыхает. Никас поработал там тоже. Ну и пока жмут Доджи, BNI, счет равный. Но с хемой вообще стратегия прежняя. Вот, запустить антиклона, чтобы он дрался за всех. Был постоянно живым. Хороший ульт от Боча прошел. Ну и, по-моему, сейчас, смотрите, Додж снова убьет кулемета. Проблема у этого игрока. Помпа умирает. Да, есть минус, все, инферно, Игрик остаются вдвоем, и 2-1 Dodge сейчас выйдут вперед. Я не думаю, что здесь будет раунд 2-3 выигран. Тут шансов никаких не будет. Панда, у меня к тебе вопрос. Кто станет чемпионом? Надо делать прогнозы. АВН? Или Destiny? Панда говорит, что Джонта сделает им антипик. Джонка, точнее, а не Джонта. Антиклон снова на кулеметом нависает. Смотрите, пока у Боча еще, знаете, я слишком рано сказал, что у них ничего не получается, что они слишком мягкие. Правда, мы еще не знаем, что дальше будет делать BNI. Мы знаем, что они долго запрягают, но потом быстро едут. Антиклон. Кто? Антиклон или кулемет? Сейчас, наверное, весь вопрос, кто кого тут переконтролит. Так, в кулемета стан зашел. Антиклон битый. Антиклон сейчас... Опа, долетел инферно все-таки со своим
ультимейтом. Боч сразу ультанул. Ну и пока все живы, пока все живы в третьем раунде. Вот не Теклон может умереть, либо Инферн, пока непонятно. Тут такая жесткая ситуация, именно каша, каша. Видим вулканы местами, боч красный. Не бьет никто в его вертушку. За ней побежал Игрик. Ну и вот теперь уже Бэйнай в центре. Немного прижаты сейчас Даджи. Но у Даджи больше хилсов, они будут выходить. Ой-ой-ой, какая ульта! Какая ульта от Никаса! Кулемет, Игрик умирают. Инферн последний, 3-1. И на первой карте доджи. Именно доджи вырываются очень серьезно вперед. Молодцы. Смотрим за бочем, потому что частенько этого парня сегодня забирают. И, конечно, им очень важно вот в этом матче, в матче за третье место, проявить себя с лучшей стороны. Ульта от Игрика врывается. Он в бочу как-то не очень. Пока что жестко это прошло. Ульта боча. Хорошо. Антиклона выхилил. Еще Игрику так дал плотно. И сразу ульта от Антиклона. Там у корня от Игрика. Он уходит вверх. Получил кулемет еще. И, по-моему, сейчас можно забрать хила. У кулемета ульта. Он ультует. Сняли дерево. Все, до свидания. Ой-ой-ой-ой. Что тут творит Антиклон? Просто маньяк какой-то. Инферно с ультой. 1-3. Не поможет ему ульта. Ну, не поможет никак. Сейчас его просто забьют в этом углу. Он ультует и уходит наверх. ТП на обратном, в центр. Здесь сразу же ТП от боча. И 4-1. Жесткая доминация доджи на первой карте. Ну что, будет сразу же первая карта, либо еще поборется BNA. Ну пока они как-то нас не впечатлили на первой карте. Полтора хила их урабатывают. Боч действует пока хорошо. Хорошо. Ну и сейчас нужно тащить. Нужно тащить команде Dodge. Если они хотят занять третье место, подтянул антиклон Игрека. Там стан сработал, стан никто не бьет. Еще слип сработал. Ого, как они дерево-то пока что успокаивают неплохо. Инферн ультует. Ультует вроде бы хорошо. Мы видим антиклона красного, ультует кулемет. Антиклон сейчас может умереть. Да, минус вулканом собрали. Отыграли. Матчпоинт, ребята, из BNI 4-2. Не все пока еще потеряно. Не думаю, что Никас и Боч что-то сделают. Их сейчас очень легко здесь добьют. И да, второй раунд для BNI. Может быть, они еще спасут ситуацию на первой карте. Ну, сложно. Опять же, сложно, понимаете, все 4 раунда подряд выигрывать. Вот первый взяли, но еще 3, это жестко. Пулемет, что с тобой происходит, Игрик? Ребята, ну как так вообще? Только ж потащили. Что это было? Русские фильмы просто с плохим концом сейчас для команды BNI. Пум-пум, Инферн умирает. Да вообще разрыв, кулемет погибает. Фу, вообще, что это было? Доджи разорвали с астрономом и алхимиком команду BNI на первой карте. Мы жмем играть снова. Игрик был лучшим, кстати, по статистике. Ну что ж, ждем продолжения. Феерического продолжения этого матча. Пошел пик, друзья.
Никас. Антиклон, Боч ничего не меняют. Кулемета, Алхимик. Помпа на Алхимика была изменена. Хм. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Что будет делать Кулемет сейчас, как он будет убегать. Ну, вообще убирался Алхимик, потому что Кулемет не уходил на нем. Сейчас он вернулся. Ну, давайте, ладно, окей, поехали, смотрим. Антиклон. В драку сразу, в Кулемет. По-моему, сейчас Кулемета будет фокусить очень часто. У меня такое, есть такое подозрение. Ой-ой-ой, полжизни у Кулемета, уже два деления. Антиклон пришел к нему. Так, иди сюда. Кулемет уходит в угол. Игрик пока что пока в осаде. Нет, ставит корни, уходит назад. Боч дерет с Инферном. ТП аут. Подхилил немножечко парней здесь. И пошла ульта от Антиклона. За Кулеметом бежит. Там пузырь. И там пузырь пока что поглощает демагу. И у Кулемета скоро там тоже ульт, по-моему, появится. Но все равно бегают за ним. Антиклон битый. Хил будет или нет? Никас. Тут только ульта. Ульта по врагам была от Боча. Не отхилил он своего Антиклона. Он неплохо ультанул. Ультанул и Никас. Нет, это, по-моему, Кулемета была болото, но вот сейчас его забьют в этом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, он уходит. У него очень мало жизни. Игрик тоже битый. Все красные. Но это 2, это 1-0. Это 1-0 за командой Dodge. Просто одновременно 3 минуса. И, по-моему, именно Dodge у нас станут бронзовыми призерами первого сезона аматорской лиги StarLadder TV. Игрик с Саней в начале. Так, Инферно. Ух ты, Антиклон, какая вертуха. Стан по Инферно. Пошел дальше. Дерево врывается в Бочи. Так, а ой-ой-ой, как астроному здесь остается. Никас его отхиливает. Антиклон пока что займется Кулеметом. На тебе по спиняке на 205. Сразу Кулемет пузырчик. И сейчас, кстати, вот будет ультовать Боч. Смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, как он ожарил Кулемета. Кулемет поздно поставил свой щит. И сейчас он уже умирает. До свидания. Кулемет. Нет, корни. Корни спасли пока что. Хилит себя. 264. Давай, давай, выхиливайся пока что, дружище, здесь Игрик дерется, нет, все, забили сразу же, ворвались Боч, Антиклон, раздали, Ника здесь, да нет, нет, все у него будет хорошо, Антиклон с ультой, вертуха пошла, и тысяч, 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 ушел Игрик, догонку 202, получил еще одни одновременный дабл в исполнении команды Dodge, и это уже 2-0. Хорошо разрывают сейчас даджи. Игрик станет. Так, Боч. ТП-шится к Антиклону. Они тут вместе с атаки, но Антиклон врывается. Потом суппортом Боч идет вторым, если надо. Ну, плюс там еще хил и дэмэдж идет с ТП-шки. Хил точно, демага тоже вроде. Хорош, Боч. Ульта от Игрика. Нет, ну вообще ничего не получается у Бэйна. Вообще ничего не могут сделать. Полтора хила их бьют хорошо. Ульта от Боча в Инферно. Сейчас Инферно должен ультоваться. Танцевался. Получил стан. Пока забьют сверху Игрика, пойдет ульта. Вот ульта, кстати, на помощь Игрику. Но Антиклон очень красиво от нее ушел. Есть минус. И 3-0. Дальнейшее давление продолжается. Додж идут к третьему месту. Антиклон готовит атаку, не подтянул сейчас крюком, с прыжком, стан в Кулемета и бьет Алхимиком. Тут тоже драка уже полным ходом идет, Игрик с Бочем дерутся, здесь Никас с Инферном, уже Инферно Антиклон бьет, стан получил Никас сейчас, нужно сейчас выхилить Антиклона, чтобы он второй волной пошел, Антиклон подтянул Игрика, дерется с ним, хил есть, ульта есть у Боча, нужно сейчас вот тут хорошо и своего и чужого, давай ульту!
чуть раньше, ну чуть-чуть раньше, по секунду было бы еще лучше, но немножко полечил антиклона. Идет дальше драка, бьют кулеметы. Никос лечи себя уже, наверное, в данную секунду. Вот уже можно антиклона отхилить, энергия появилась в центре, антиклон. Антиклон может умереть, бочи застанили перед энергией, энергия за игреком, будет ульта от девяшки сейчас. Нет, его минус нули, ульта не будет, и 3 в 2 уже в большинстве игроки команды Dodge есть. Минус это Инферно, забрал он Никоса. 2 в 2, но все-таки 2 хила, 2 хила, надо убить обоих. Ой-ой-ой, какой бочи на лоу хп. Сейчас главное вот четко вертушку поставить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, Инферн вытягивает раунд. 3-1. Первый раунд во второй карте для БНИ. Ну, а Боч просто не успел поставить эскейпик и убежать. А все было хорошо. Смотрим, друзья. Может быть, БНИ на второй карте нас удивят. Раунд взяли, но смогут ли большим? Смогут ли большим? Опасный, опасный бой для них, конечно. Уже все. Они сегодня тянули, они сегодня проигрывали. И непонятно, на какой ноте для них закончится сегодняшний финал аматорской серии. В частности, матч за третье место. Никос, ой-ой-ой, как ему-то надавал сейчас Игрик. Стан сработал, у Игрика есть ульт, и Никос сейчас может этот ульт попасть. Я думаю, именно в него пойдет. Да, сразу же корни сюда, в Никоса. Там, ой, поджигатель, дабл ульт от Бейна, и очень красиво сработано. И, наверное, все. Боч еще что-то пытается сделать, но нет, не судьба. Сегодня 3-2, второй раунд. Второй раунд. Хорошо уже действуют игроки БНА и сейчас могут сравнять счет в этом матче. Что же, БНИ пока изменили судьбу второй карты, ход событий, взяли 2 раунда подряд, и они могут и больше. Они могут и больше, кулемет. Ой-ой-ой, сейчас его побьют, по-моему, собрались, да, доджи, сразу же минус, ой-ой-ой, как же кулемета снова забуцали, надо что-то делать. Потому что уже матчпоинты БНИ в опасности, бочи команда его... Очень близки к третьему месту. Очень близки. 4-2, друзья. За додж. Матчпоинты. 3 штуки. Хорошо. Ну и сейчас может закончиться наша игра за третье место. После этой игры будет перерывчик, наверное, самый большой за сегодня. Минут 15-20. Мне точно панда сейчас вернется, скажет, какой будет перерыв перед финалом. Ждем финал. В финале хорошие две команды, которые могут бороться очень долго на трех картах. Это Destiny из Украины и AVN из России. Веселый бой будет, по-любому. Ну и там, по-моему, смешанный состав. И, по-моему, у одной и второй команды есть представители другой страны. Если ничего не путаю. Все, смотрим за Никосом. Он сейчас умрет, по-моему. Никос, уйди ж ты, как на нем насел. Игрик, щит срабатывает, антиклон, лоу хп. ТП-шится бочь, надо было, наверное, антиклон ему больше ТП-шится. Ульта сейчас будет от Игрика. Ой-ой-ой, какая неудачная ульта, по-моему, только что прошла от этого парня. Ульта от Инферно, ульта от боча. Как хорошо, сейчас кулемет умрет, минус кулемет. Лол. Минус 2, Игрик на фул хп, 1 в 3. Может быть, он что-то исправит еще, но я в это не верю. Здесь 2 хила, они точно справятся. Ой, как буцают Игрика, хорошо, 5-2. Все, друзья, это победа Додж. 2-0. 2-0. И поздравляем парней. Они третьи в аматорской лиге. Лучше по статистике был антиклон. Последний на второй карте. И опять же поздравляем ребят. Еще у них будет шанс еще попасть в Стар-серию. Они сыграют с 14-м местом Старладером. И в принципе могут их выбить оттуда. И могут попасть. Может попасть еще одна новая команда. Ну ладно. Пока что, ребят, назад к меню, немного музыки, и в титре снизу появится точное время финала. В принципе, он будет скоро, и вы, и игроки, и я немножечко отдохну. Будет финал сегодня, конечно же, никуда он не денется. Пока что отдыхаем.